Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Авторитетна думка» та я, її ведуча Світлана Корськова. Тема сьогоднішньої програми дуже серйозна – новоутворення шкіри. І я хочу представити нашого гостя – це лікар-дерматовенеролог Почка Євген Олександрович. Вітаю вас. Дякую. Поговоримо новоутворення шкіри. Що це таке? Ну, новообразование кожи, я так понимаю, мы будем говорить сегодня о злокачественных новообразованиях, это самый распространенный вид рака у человека. Существует три основных вида злокачественных новообразований кожи. Это базально-клеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и самое опасное – это злокачественная меланома. Первые два типа рака, в принципе, особенно базально-клеточные, редко дают метастазы, но характеризуются инвазивным ростом. А вот меланома – это высокоагрессивный рак кожи, который дает метастазы, которые могут приводить к гибели человека. Скажите, будь ласка, всех турбует питання, через что выникают эти хвороби? Рак кожи, прежде всего, возникает, причины возникновения рака кожи – это избыточное ультрафиолетовое, как солнечное, так и искусственное облучение, это генетическая предрасположенность, это различные другие химические канцерогены, это смолы, ароматические углеводы, различные сажа. Также важна роль анамнеза, наличие в личном анамнезе у человека или в семейном анамнезе рака кожи. Это все предрасположенность к тому, что может развиться рак кожи. Пане Євгене, ви вже почали говорити про ультрафіолет, літо, і, звісно, хочеться поговорити про засмагу. Довгий час вважалася засмага ознакою здорового, активного способу життя. Люди годинами проводять час на пляжі, і засмагають. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я завжди сторонник того мнення, що занадто то не здраво, поэтому сонце важно. Солнце должно быть, но должно быть в меру и дозирование. Переизбыток солнца, переизбыток получаемой солнечной энергии приводит к чрезмерному загару. Что такое загар? Это защитная реакция кожи человека на ультрафиолет. Это, ну, человек защищается от ультрафиолета тем, что он загорает. Вот, поэтому, кроме того, солнечно-ультрафиолетовое излучение способствует и старению кожи. Есть такое понятие фотостарение кожи, это снижение тургора, эластичности кожи. Кажется, что это незворотное старение. Это да, вот сорвали с языка, все правильно. Это необратимое изменение кожи. Поэтому красивым надо быть, но не надо быть настолько фанатизмом. А белая шкира, она не красива? Красивая. Почему бы нет? Ну, раньше некоторые у нас специально даже осветляли кожу, известные люди. В Японии и зараз залишается красой, ознака краси белая шкира. Да. Расскажите, как это не банально звучит, но расскажите, будь ласка, какие часы можно засмагать, сколько засмагать, для какого типа шкиры? Смотрите, считается, что не стоит загорать с 10 до 16 часов, и по мнению ученых, в зависимости от фототипа кожи, безопасное утреннее нахождение человека на коже – это от 5 до 35 минут. От 5 до 35 минут в зависимости от фототипа кожи. То есть, если человек смуглый, он может больше находиться на солнце. Если человек светлый, то 5-10 минут этого. Євген Олександрович, але ну, не буде такого, щоб люди дотримувалися цих правил, 5 хвилин знаходилися на пляжі. Як захищати себе? Как защищать себя? Прежде всего, если вы собрались на пляж, это нужно использовать один из вариантов, это солнцезащитные крема. Но единственное, их надо правильно подбирать и правильно использовать. То есть подбирать надо солнцезащитные крема, которые защищают от ультрафиолета А и от ультрафиолета Б. SPF фактор не меньше 30, это по ультрафиолету Б. Также желательно, если вы идете на пляж, вы будете купаться в море, в речке, это должны быть водостойкие солнцезащитные крема. Обычно там указываются на этикетке 40 или 80 минут, это очень важно для повторного нанесения.
И эти солнцезащитные крема не должны разлагаться, не должны терять свои свойства под действием ультрафиолета. И главное правило, то есть если мы все видим, люди приходят на пляж и начинают наносить на себя солнцезащитные крема. Это неправильно. Солнцезащитный крем должен впитаться. Его нужно наносить за 15-30 минут до того, как вы будете оденете одежду. Да, потому что если вы нанесете солнцезащитный крем и оденете одежду, пока вы дойдете, солнцезащитный крем впитается не в кожу, а в одежду. И солнцезащитный крем стосується тільки відвідування пляжу? Нет. Обычный городской или сельский ритм жизни тоже подразумевает под собой нахождение на солнце. Вы не закроете лицо, вы не закроете, ну, уши можно широкополой шляпой закрыть, вы не закроете кисти. Даже в помещении, работая в помещении, на солнце стоит использовать солнцезащитные крема. Коли ми з вами говорили перед початком програми, ви ще зазначили, що треба носити окуляри. Розкажіть, будь ласка, що треба захищати очі. Глаза теж один із способів защиты от солнца – это солнцезащитные очки хороші і широкополые шляпи. Тобто очі теж засмагають. Да. Як щодо отримання вітаміну D? Кажуть, що в нашому регіоні навіть влітку нам його не вистачає. Це правда? Смотрите, вітамін D ми отримуємо не тільки путем того, що він синтезується в кожі під воздействием ультрафіолета, но і ми його отримуємо багато з животної пищі. Однако є такі роботи, які показують, що в регіонах бідних на сонце у людей имеется дефицит витамина D, и это приводит тоже, как бы ученые считают, что это один из факторов развития других онкологических или хронических заболеваний человечества. Там и сахарный диабет, и рассеянный склероз, и онкопатологии предстательной железы, тонкого кишечника, легких. Вот, поэтому нужно искать здоровый компромисс между положительным и отрицательным действием солнца. Солнце, ну, оно нам дано, мы эволюционировали под ним, и мы должны его получать. К сожалению, сейчас, возможно, там из-за каких-то экологических проблем, там, уменьшением озонового слоя, сейчас мы получаем больше солнечной радиации, поэтому надо гораздо аккуратнее с этим быть. В зависимости от того, какой тип у вас кожи, зависит и то время, которое безопасное, вы можете получить. Ведь солнце начинает повреждать кожу в первые минуты, как только мы его, ну, не повреждать, воздействует на кожу в первые минуты, как только мы выходим на него. То есть это мы идем на пляж, мы 20 минут можем идти до пляжа, там где-то домик сняли по своей возможности, мы уже получили это солнце. А мы приходим на пляж и начинаем мазаться, и бежим в море, в речку, тут же крем не впитался. А скажите, будь ласка, солнце небезпечно только появою онкологических заболеваний? Смотрите, солнце, есть болезни кожи, которые провоцируются солнцем. Это полиморфный фотодерматит, это мелазма, это пигментация на лице, это, ну, люди с альбинизмом, люди с витилиго. Также рекомендуется фотозащита пациентам с угревой болезнью, с розацією. Євген Олександрович, скажіть, будь ласка, на що, на які ознаки, прояви на шкірі потрібно звертати увагу, щоб зрозуміти, що щось не так? Смотрите, любой рак зачастую начинается с предрака. Что такое предрак? Это новообразование кожи, которое не является раком, но потенциально может им стать. И часто появляется на открытых участках тела. То есть предшественником плоскоклеточная у рака кожи чаще всего является это актинический кератоз. То есть уже мы в этом слове видим актиника. Актиника, кератоз. Кератоз – это, ну, повышенное роговение кожного покрова. То есть мы видим какое-то красное пятно с шелушением, с чешуйками плотными. Это уже может быть признаком того, что это уже предрак кожи. То есть
своевременно обратитесь к врачу, своевременное обращение к своему врачу-дерматологу, даже к семейному врачу, возможно, спасет вас от поздней стадии рака, когда он не уже, ну, прогноз его излечимости очень плохой. По меланоцитарным ракам, по меланоме, предраком это диспластический неус, то есть изменение родинки в цвете, в размере, в строении или появление денова в какой-то новой родинке коричневого цвета там, или красного цвета, или розового, это всегда повод обратиться к врачу, дерматологу. А дерматолог, це є лікар, якого треба відвідувати в профілактичних цілях, як то кажуть, там один раз на рік, два рази на рік? Конечно. Тем более каждый год проводится день евромеланомы, целую неделю идет реклама в средствах массовой информации, в областном кожевенедиспансере. Мы смотрим этих пациентов, всех желающих осматриваем. И это просто профилактически прийти на осмотр. Если у человека много родинок, придите на осмотр к своему дерматологу. Или есть любое подозрительное новообразование, придите к дерматологу, потому что если это предрак, то его лечение в ранней стадии просто дает положительный результат практически в 100% случаев. Дуже важливе питання, яке я не поставила вам від початку, коли ми говорили про засмагу, засмага у солярії. Смотрите, загар в солярии, это, по мнению всех дерматологов, это вред и зло. Скажем так, люди, которые загорают в солярии, имеют риск возникновения рака кожи на 65% больше, чем люди, которые не посещают солярий. Причем одно двухразовое посещение солярия, есть такие работы, повышает риск развития рака кожи на 25%. Поэтому красота требует жертв, но эти жертвы не обоснованы. І тобто всі ці розмови про те, що там лампи найсвіжіші, там з якістю, це все. Ну, може, свіжа лампа і хорошо і жарить, там же ж не стоїть посещати солярій, ми проти цього. Пане Євген, скажіть, будь ласка, а хто знаходиться у зоні ризику? В зоні ризику по новообразованням кожи, по злокачественним новообразованням кожи, прежде всего, это світлокожі люди. Это люди со светлыми волосами, люди с голубыми или зелеными глазами, это шатены, это рыжеволосые люди. Это, ну, если говорить о фототипе кожи, то это вот такие вот люди больше, гораздо больше подвержены риску развития рака кожи, чем темнокожие люди. Еще есть такой момент, что по влиянию ультрафиолета на рак кожи существует накопительное действие ультрафиолета, то есть накопительное повреждающее действие, то есть со временем мы накапливаем эту дозу ультрафиолета, накапливаем, и это только тогда приводит к возникновению рака кожи. Допустим, если рак кожи такой, особенно не меланоцитарный рак кожи, это базально-клеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома встречается у людей уже старшей возрастной группы после 55-60 лет. А вот меланома может встречаться и у молодых людей до 30 лет. К сожалению, там есть и другой путь канцерогенеза. Расскажите, будь ласка, как відбувається прием, как відбувається диагностика? Человек приходит к врачу, прежде всего, это клинический осмотр. Клинический осмотр – это сбор анамнеза, мы опрашиваем пациента, когда появилось, как менялось это новообразование, когда на него обратили внимание, какими средствами воздействия, терапевтическим или самолечением пациент пытался это все мазать, было ли, сколько было у него эпизодов нахождения на открытом солнце в анамнезе, есть ли у него в анамнезе в личном или в семейном раке кожи. Если надо, мы применяем современный, неинвазивный, довольно-таки хороший метод диагностики, ранней диагностики рака кожи, это дерматоскопию. Смотрим через дерматоскоп.
А скажіть, будь ласка, бувають такі родинки, які викликають якісь турбування, чи знаходяться у зоні, де можна їх там зачепити, чи просто вони не подобаються, незручні. І я знаю, що їх пропонують видалити. Але багато людей бояться видаляти родинки, адже це також, за словами, провокує появу раку. Ні, це абсолютно не так. Тобто, якщо родинка знаходиться в місці хронічного механічного трення, воздействия там одежды, резинок, бретелек, то само вот это постоянное механическое травмирование может привести к тому, что произойдет перерождение этого доброкачественного в предраке, не дай бог, в рак. Поэтому рекомендуется удалить. Также рекомендуется удалять, есть такое мнение, родинки, которые находятся в местах, недоступных для самоконтроля пациентов. То есть пациент есть какое-то подозрительное новообразование, и он не может осматривать где-то на спине, и нет у него там кому посмотреть это правильно, то эти тоже можно новообразование удалять безопасно. То есть если это меланоцитарное новообразование, после его удаления обязательно надо его отправлять на гистологию. Если все нормально, все нормально. Если там есть какие-то изменения, то уже принимаются другие решения. А как відбувається видалення, яким чином? Хирургическим методом, то есть хирурги скальпелем удаляют родинки, радиоволновым методом возможно удаление. Это швидка процедура? Да, в зависимости от локализации, в зависимости от типа новообразования. Есть такие новообразования на коже лица, которые можно удалять в течение недели, там хирургия по мосту, то же самое послойное удаление с определением границ, чистоты границ опухоли. Вот, то есть снимается один слой, если надо, потом снимается другие слои. Да, это уже такие тонкости хирургические, это не дерматологические, но мы всю эту информацию знаем. Дуже дякую вам, дуже дякую. Попереджено означає озброєний. Ми це не повинні вірно залишати без уваги жодного новоутворення, родинку, якісь зміни на нашій шкірі, і обов'язково звертатися до вас як до фахівця, так? Так. Сподіваюся, що нас почули, і здорових людей буде багато. До побачення, дякую. Дякую вам.